Привет! С вами Сергей Проект По. Ну а перед нами очередной журнал Мир Фантастики. Это номер за октябрь 2023 года и номер по порядку 239. Как мы видим, не он это настолка, которая сейчас очень популярна. У многих я видел блогеров ее. Но давайте смотреть нам же интересует, что же внутри находится. А, собственно, вот реклама это настолки. Вступительное на слово Сергея Серебрянского содержание и поехали э, смотреть 100 лет компании Дисней век Микки Мауса вот про эту компанию мультфильмы я думаю ну как минимум один вы точно какой-нибудь смотрели а так я думаю очень очень много было просмотрено спасибо как говорится Дисней за наше детство ну я и своему ребенку тоже Диснеевские даю мультики смотреть а, ну и фильмы тоже конечно же так, по пути дневного бродяги, вымышленная и реальная история Блейда. О, это шикарно, кстати, да, вот этот выпуск про... есть сейчас, можно приобрести в бумаге, вышел на русском языке. он, Фильм, конечно, был шикарный. Бегущий по таймлайну. Хронология Вселенной, бегущий по лезвию. Я, кстати, не сильно этой вселенной увлекся. Ну и моя любимая рубрика «Книги месяца». Сергей Лукьяненко «Фарсайт» на 8 баллов. Поклонник Лукьяненко обязательно, да и просто любитель хорошей фантастики вполне. Хороший сборничек, я тоже спланирую его почитать. Макс Фрай «Ловцы книг» на 7 баллов. Стоит, если любите Макса Фрай и готовы принять перемены в писательском настроении. А еще, если давно мечтали оказаться в Лейне, и вот, наконец, получилось. Кстати, не читал это автора знаю, что псевдоним. Екатерина Звонцова, Белые пешки на 9 баллов Ах, ничего себе! Определенно, если любите жанр магического реализма, русские реалии, сложные конфликты и неоднозначных э, героев глеб Кощеев, Черничное королевство. На 7 баллов Поклонникам настоящей тьмы, тут ловить нечего. А вот тем, кто предполагает, предпочитает чуть страшноватые сказки, может понравиться. Но я мимо прохожу. Вавилон, сокрытая история, Ребекки Куанг пиарили, я думаю, даже премии она там нахватала. Всего лишь 7 баллов тем, кто интересуется лингвистикой и критикой колониализма. Можно попробовать. О, Брэндон Сандерсон топ, рифматист на 8 баллов, ценителем хорошего подросткового фэнтези, независимо от возраста, однозначно. Да, у меня тоже отзыв, кстати, будет на канале, мне понравилось. Пучины сирены» Марта Уэллс на 8 баллов. Да, если вы читали первые две книги цикла, без этого вникнуть в сюжет нелегко не читал и не планирую. Брайан Кэтлинг «Вор» на 8 баллов. Это если вы любите фэнтези без драконов, магических посохов и хотите погрузиться в текст на грани сна и яви. Там что-то такое специфическое. Шеннон Чакработи «Серебряная река» всего лишь на 6 баллов. Вполне, если хотите еще раз встретиться со всеми основными героями трилогии Дева Бада и узнать, что с ними стало. Но как-то не сильно оценили, да? Куратору Оуэн Кинг, второй сын Стивена Кинга. Если хотите узнать, какие еще жанры окучивает семейство Кингов и вообще, если любите городское викторианское фэнтези. А, не сильно высоко оценили. Рос Маккензи, тот, кто не отбрасывает Тень на 7 баллов, если вы настроение для приключенческого фэнтези, написанного по узнаваемым канонам, но при этом не лишенного очарования. Джон Браунер, овцы смотрят вверх, очень мне понравилась обложка. Такая классная, там с, с противогазами, все, даже собака. На 7 баллов. А, стоит, если вы не безразличны к судьбе планеты, и от книг ждете скорее смысла, чем легкого времяпрепровождения. Ну, у меня в планах, например, эта книга есть. Франческо Гиббонс, Часы и звезд, Сделка с чудовищем. Аж на 8 баллов. Любителям детской фэнтези, не говоря о самих детях, вполне зайдет. А, Хоррор мол на 7 баллов. Я, кстати, прочитал уже ее. В качестве развлечения на вечерок вполне. Но мне сама идея очень даже а, цепанула. Там все происходит в одном а, гипермаркете. А, Поздний старт не помеха. Становление итальянской фантастики. Что-то необычное. Мало ли что. Что я читал у этого. Даже очень-очень мало, я бы сказал бы, читал. Вот видел, как эти продавали книги в звездах научной фантастики. Дивный новый мир. Как создавался разрушитель? А я даже не смотрел этого разрушителя. Хотя я смотрю, актеры мне известны. Большая-большая статья. Интересно. Кошмар на высоте 600 километров. Как создавалась гравитация? Это интересненько будет почитать про все это. Какие трудности были при создании. Война изменилась. История гениальной серии Metal Gear. Не играл. Ну, я вообще очень мало игр все-таки играл. Компьютерных. Пропускаем. О, какая большая. Ну, фанаты возрадуются, я думаю. Должен остаться только один. Обзор настольной игры не вон. Ну, вот, собственно, обложка, которая была. Ее очень активно пиарят. Видимо, что-то интересное. Это тем, кто, я так понимаю, там в жанре даже этой королевской битвы что-то, да, останется только один. И тут тоже такое, когда все высаживаются и остается один, пусть сражаются за выживание, так остается, остается только один победитель. Так, атомный космос от высотных ядерных взрывов до военной базы на Луне. Как обычно, научная интересная часть будет. Древние космонавты. Стоит ли доверять теории палеоконтакта? Это что за теория? Это что, как будто раньше уже нас посещали, и вот поэтому там нарисованы всякие человечки на наскальных записях. Егор Гафидов. С э, художником беседует Сергей Серебрянский. Э, творчество это сама жизнь для меня. Посмотрим, какие он тут создавал. Ох, классные рты такие. Мощные, пугающие, крутые. Посмотрите, да? Ну хорошо. Так, Мария Руднева. Сход листьев на мерзлую землю. Тоже рубрика. Рассказы. Мы уже к концу подходим этого выпуска. Комикс, зона комикса в конце. Реклама фантастического подкаста. И скоро в продаже комиксы. Александра Ремизова. Вот про этот спецвыпуск. Вот такой получился выпуск Мира Фантастики. 239 номер за октябрь 2023 года. Читайте хорошие книги. С вами был Сергей. Проект По. Пока.